Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами таким незамысловатым завтраком и скажу, что этот завтрак станет любимым завтраком в вашей семье. Итак, что нам пригодится для этого? Мелко порезанная зелень, у меня укроп, твердый сыр, творог и лаваш. Тонкий армянский бездрожжевой лаваш. Для начала сделаем начинку, смешиваем творог, сыр и зелень. Смешиваем все в однородную массу и хорошенечко перемешиваем. Также для вкуса очень круто, если вы еще посолите немножечко. Но это опять же по желанию. Я немножко посолю. Такую начинку можно делать как соленую, так и сладкую. Если делаете сладкую, то в творог вы уже добавите ягоды. Вот, смотрите, я хорошо вымешала. Видите, оно все стало такой однородной массой. Теперь выкладываем это все на лаваш. Берем лавашик. У меня он такой квадратной формы. Можно взять круглый, это по вашему желанию. Выкладываем на серединку начинку. Ее не должно быть слишком много, не должно быть слишком мало. Я выкладываю прямо по центру, потому что буду заворачивать конвертик. Есть. Буквально 3 минуты, и лаваш хорошо подрумянился. Видите? Очень вкусный, очень полезный, легкий завтрак для всей семьи.